Всем привет! Сегодня приготовим карпа в молоке. Для этого возьмем карпа, очистим. Затем очищенного карпа нарежем на порционные куски. Возьмем лук и нарежем кольцами. Выложим в противень карп, сверху добавим лук. Затем добавим молоко. Добавим соль. Молоко у нас должно закрывать нашего карпа. Уберем в духовку на 2 часа при температуре 200 градусов. Карп в молоке готов. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем до новых встреч!